На Новый год так приятно получать подарки, но еще приятнее их дарить. В конце декабря сотрудники акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» традиционно принимают участие в акции «Подари ребенку мечту». В этом году они снова стали добрыми волшебниками, исполнив заветные желания детей из ОНО «Равные возможности». Уже четвертый год подряд наши дети, которые посещают Центр «Равные возможности», рисуют перед Новым годом свою мечту. И каждый год, благодаря «Воскресенские минеральные удобрения», мы ее исполняем. Сегодня 30 детей получают эти подарки. Сегодня в такой замечательной акции «Подари ребенку мечту», которая проходит на нашем предприятии уже в 9-й раз, принимают участие члены молодежного совета. Наши химики не только помогали, собирали эти подарки, упаковывали их с большой теплотой, с открытым сердцем. Потому что ребята просили совершенно разные подарки. Планшеты, телевизоры, книги, игрушки. Ну, это же Новый год, это время чудес. Поэтому с большой радостью мы сегодня делаем такой праздник для ребят из ОНО «Равные возможности». И очень надеемся, чтобы все в наступающем году были здоровы и счастливы. У елочки ребят встретили главные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка. А с ними и талисман химкомбината Степан Колбочкин. Здравствуйте. 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 Огнями елка нас на праздник позови, все желания исполни, наши детские мечты. О, молодец! Ну, давайте подарим подарок. Да, давайте будем Дедушку Морозу. Какая кукла красивая. Ух ты, какая плюшка. Вот это да. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. Спасибо. Что ты нам приготовила? Стих. Мы тебя слушаем. Дед Мороз садится в сани, поздравляет детей он встанет, все подарки развезет, ведь приходит Новый год. Молодец. Ой, какая хвоя. Лер, что ты заказывала? Вот ты медведя. Вот медведь твой. Ну, тогда получи подарки. Внимание. Рассказывай. Есть красавица лесная, всех на праздник приглашает. Мышки, белочки и зайки бал готовят на лужайке. Молодец! Ну тогда теперь вам подарки. Шпионы, очки, 3D ручка. Пожалуйста. Так, это ваша письма. А это тебе, значит. Благодарим «Воскресенские минеральные удобрения» и Центр «Равные возможности». Мы уже второй год участвуем в такой прекрасной акции. Очень счастливы и довольны получать такие удивительные подарки, которые дети сами выбирают себе. Если мечте суждено сбыться, то канун Нового года – самое подходящее время для этого.